пыталась похудеть. За несколько месяцев от 55 килограммов осталось 28. 12-летняя школьница умерла от истощения. Врачи констатируют, у ребенка были повреждены практически все жизненно важные органы. В больницу школьница поступила в крайне тяжелом состоянии. Температура 35,2, сатурация 75%. Боролись за жизнь ребенка 19 часов. В больницу с девочкой приехала женщина, которая представилась бабушкой. Родители объявились только после того, как за дело взялись сотрудники полиции. Выявлено, что выраженное поражение абсолютно всех внутренних органов, катастрофические показатели, говорящие о дистрофических процессах во всех органах, то есть выраженное полиорганное явление полиорганной недостаточности. Проводился весь комплекс соответствующих мероприятий. Значит, и вот даже я хочу сказать о том, что на УЗИ сердце было очень больших размеров, и фактически оно было такое дилатированное, и фракция выброса, которая должна быть выше 65%, у ребенка было 28%. У девочки также подтвердили положительный результат теста на COVID-19, что еще больше усугубило ситуацию.